Приветствую всех. Я сегодня вырвалась на барахолку и снимаю для вас видео. Цыпленочек к Пасхе. Китайские статуэточки. Это хрусталь West Germany, то есть времена еще разделения на восточную и западную Германию. Но это не хрусталь, это стекло, хрустальное стекло, Вальтер Класс. Такой наборчик, разбитая бутылочка. По-моему, это гербарий. Ну, сюрприз. Черно-белые фотографии. Петродворец. Один рубль 26 копеек. 76-й год. Открыточки подписаны в 98-м году.
тоже 98 год, 90-е годы. Альбом. ГДР, все, ГДР, красивый чайник. Сегодня опять много народу, мне очень неудобно тут поворачиваться. Все навалено друг на друга, очень жаль. Даже боюсь трогать, потому что тут все развалится. Это сахарница была, наверное. И это тоже без крышек. Маленькая вазочка. Видно, что очень старенькая. Пепельницы. Там вот красивая тарелка стеклянная, но я уже не буду лезть, боюсь разбить с розами. Вот вазочка тоже старенькая, по-моему, керамическая, какая-то самодельная. Хорошая тарелка. Придется мне идти в обход, потому что там люди меня заблокировали. Так, что здесь? Лампа еще стоит. Может, мне ее купить, эту лампу, не знаю. Может быть, она не рабочая, поэтому еще стоит. Кружечки пивные. Ой. Еще кружечка. Девочки, вот это трио, которое вы все хотели, оно очень грубое, оно тяжелое, как камень. И здесь на тарелке, посмотрите, написано «С днем рождения, с 65-летием».
Ну, я не захотела такое трио. Оно вот неровное даже видно. И вообще очень. Что-то здесь. Это Польша, да? Польская. Но оно только кажется красивым. Очень такое топорное. Вот лампа хорошая. Хороший. Абажурчик. Картина. Тоже неплохая досочка сырная с ножиком. Вазочки все эти уже знакомые. Каждый раз. Молочниками, я знаю, что интересуетесь. Вот такой молочник есть. Без марки. Вот я вижу сахарницу старую. Вот это я точно вижу, что старая вещь. Угу. Рисунок прям очень стертый. Ну, красивая. Старая вещь, красивая, но не знаю. Еще молочник. Где-то такой чайник я тоже видела, по-моему, в прошлый раз. Вот тоже чайничек хорошенький. Посмотрим клеймо. ГДРовская. Сколько крышек. Вот это, про которое я говорила, из такой же фирмы, как масленка для масла, бутылка. И досочка еще есть такая же. Музей народной архитектуры на побуту УРСР. Украинская кружка в люлечке. Кстати, вот это она, ручная роспись.
Очень много людей, поэтому трудно что-то говорить. Сегодня что-то мало интересного для вас, наверное. Но показываю, что вижу. У меня ничего в корзинке нет сегодня пока. Вышивка, дорожка. Вот цена начинается от 50 центов и до 5, а нет, до 3 евро здесь. Полотенчик застиранное очень.
очень много тарелочек. Типичные 70-е. 75-й год. Тоже молочник. Улова. Солушки, наверное, должна была быть какая-то крышка. Подсвечник. Видите, здесь тронешь одну вещь, и все сразу падает. Не обижайтесь на меня, те, кто считает, что я прохожу мимо хороших вещей. Я снимаю ролик для вашего развлечения. Так что я не могу забрать все, и я не могу увидеть все. Потому что я смотрю через камеру. И, конечно же, я могу что-то пропустить. И должна сказать вам, что через камеру многие вещи выглядят как бы ярче и красивее, чем они есть на самом деле. Такой вот эффект дает съемка. Бедняга. Ja, zu Hause, ja, nee, alles gut, ja, noch. Ja. Ja.
Девочки, в таких магазинах все уже давно выбрано владельцами до того, как это попадет в магазин. Конечно, может произойти чудо, что-то случайно как ускользнет от взгляда людей, но такое может произойти очень редко. Так, 2000 год упакован, годен до 2002. Там, наверное, чай был. Такая подарочная упаковка. Поэтому я, конечно, приезжаю сюда и ищу, надеюсь на что-нибудь найти суперинтересное. Но тут можно найти просто симпатичные вещи, но реально стоящие вещи здесь вряд ли найдешь. Интересный наборчик. Такой молочник интересный. Сейчас попросили показывать сумки, какие здесь есть. Ничего здесь особенного нет. Тут прям все такое очень старое. Это не обычный секонд-хенд, это так просто. В основном посуда. К сожалению, ничего интересного нет сегодня. Это не очень.
Хорошие салатники. Стеклянные тарелки для торта. Подносик тоже со стеклом. Еще тарелка, блюдо. Ну вот, пойду я уже. На этом прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и до новых встреч. Девчонки, еще посмотрите под конец, какую я прелесть нашла. Это китайская. Чинезис, тянем, потянем. Супер, я. Девочки, посмотрите еще, какую прелесть я нашла для своего кафе. Это инкрустация дерева. Вы представляете себе, какая это классная работа. Супер. Сейчас поставлю ее, чтобы посмотрели получше. Класс, правда? Вот, а мы с зайчиком прощаемся с вами. Пока-пока. Кюзен.